Привет! Это подкаст «Ракета в деле». Поехали! Сегодня поговорим о Марке Ньюсоне, мультиинструменталисте, человеке, который делает все и для всех. Как он сам уже много раз говорил, я столько всего сделал, что мне даже сложно придумать себе новую цель. И если бы вы спросили меня об этом 10 лет назад, то я бы назвал что-нибудь конкретное. У меня есть кое-что в планах, но пока это под грифом секретности. Итак, кто же такой дизайнер Марк Ньюсон? Марк родился и получил образование в Австралии, но сейчас он живет в Лондоне. Он никогда не брал ни с кого пример, и для него вдохновление очень похоже на какое-то состояние ума, а не место событий или какие-то люди. Полученные в колледже знания были скорее для него общего характера, нежели специализированного. Он изучал там скульптуру и ювелирное искусство. Впоследствии он много раз говорил, что отсутствие академического образования у него в области дизайна было скорее преимуществом, нежели недостатком. Я думаю, сейчас многие изучают дизайн, сидя перед своими компьютерами и в книжках. Отсутствие этого академического образования позволило сформировать собственный его взгляд и независимый подход к дизайну, который сложился вне магистральных каких-то школ с предметом и материалом. Его особенность – это то, что он делает предметы для себя и для людей. То есть, как он говорит, «я никогда не мечтал о славе и деньгах, просто создавал то, что мне самому хотелось бы иметь». К примеру, в его лондонском доме стоят стулья, придуманные именно им для галереи Гагозьян. Или эскизы он любит набрасывать ручкой, которую он сам же разработал, ручкой Наутилус. Или часы на его запястье, это часы Apple, которые он разработал вместе с Джонатаном Айвом. Кстати, уже не первый раз Джонатан появляется у нас в подкасте. А во время пребывания в Москве Марк ходил только в кроссовках от Nike Club Air Vapor Max. До 2000 года все знали Марка как просто хорошего дизайнера, который придумал, на сей момент является легендарным шезлонгом Lockheed. Каждый по-любому его видел, но на всякий случай выглядит он так. Форма очень плавная, и при этом он как будто склепан из металлических пластин, как самолет. А к ножкам он сужается, и они выгибаются, будто приземляются мягко и вертикально. Вот так вот. И уже после 2000 года он начал сотрудничать с австралийской авиакомпанией Qantas, которая попросила его спроектировать раскладное кресло для салона бизнес-класса. Как говорит Марк, рано или поздно ты понимаешь, что не можешь бесконечно создавать предметы для дома. Да и миру не нужно столько кресел и стульев. А вот в авиационной отрасли с хорошей удобной мебелью на тот момент была проблема. Все предметы, которые создал Марк Ньюсон, можно посмотреть на доске в Пинтересте. Ссылочку я кину в описании. Спустя 6 лет Qantas доверили ему интерьер целого лайнера. Самого дизайнера так зацепила тема самолетов, ракет и космоса, что он даже 4 раза посещал Байконур, но у него с ним были небольшие проблемки, и он это комментирует так. «Раньше я об этом мечтал, но теперь у меня появились дети, и приоритеты немного изменились. Но если бы мне пришлось лететь, то я бы выбрал российскую ракету, она кажется надежнее». И вот увлечение русским космосом очень сильно отразилось на его работах. Он их даже назвал почти по-русски. Например, столовый прибор «Стрелка», емкость для хранения «Лайка» и «Зенит». И все это для Олеси. А кроссовки «Nike» он назвал «Звездочка». Это и правда чувствуется, смотря на его предметы. Он как будто берет ощущения и эмоции от увиденного и очень точно передает то, что чувствуют все, то, что большинство хочет высказать, но никак не может. Среди его последних проектов это сотрудничество с Louis Vuitton, Jagger Le Couture, Hermès, Montblanc и Hennessy. Если бы не паттерн Louis Vuitton, на мой взгляд, получился бы хороший чемодан. Все эти коллаборации начались с инсталляции, созданной Марком для Foundation Cartier в 95 году. И, как он сам говорит, у авиакосмических агентств и люксовых брендов есть одна общая черта – очень высокие требования к качеству. К тому же у них есть возможности, которые позволяют мне воплотить какие-то необычные идеи, а не просто создавать практичную вещь. Я никогда не напрашивался, все компании находили меня сами. Ну и, конечно, куда без сотрудничества с японцами. Марк побывал в Токио, несколько лет там жил и сотрудничал с Терио Куросаки. При поддержке компании Куросаки было запущено в массовое производство уже знаменитое к тому моменту кресло Embryo Chair, соответственно, новые работы Ньюсона.
И надо понимать, что для каждой фирмы он делал не один предмет, а несколько. А теперь послушай, с какими фирмами он работал, и некоторые из них это прямо гиганты. Это Louis Vuitton, Knoll, Floss, Capellini, Morse, Ford, Nike, Icpod. Icpod это вообще его собственные фирмы часов. Hermès, Montblanc, Pentax, Qantas, Hennessy. Расскажу отдельно про Icpod. Компания Icpod основана совместно с Оливером Айком Ньюсоном. Она базировалась в Швейцарии и понятно, что она выпускала там часы. Фактически была сформирована и реализована новая концепция часов как аксессуара. То есть они нужны были не для того, чтобы смотреть там время и получать какую-то информацию. Они демонстрировали статус, взгляд на жизнь и своему отношению к вещам. Короче говоря, они были больше для красоты. И в 2012 году он покинул эту компанию. В наше время Марк Ньюсон известен как самый дорогой предметный дизайнер в мире. Это началось с того, что тот самый шезлонг Lockheed Lounge ушел с молотка на аукционе Philips в Лондоне за рекордные почти 2,5 миллиона фунтов стерлингов и, кстати, побив собственный рекорд в 1,6 миллионов долларов, поставленный на других торгах раньше. И с тех пор его объекты постоянно появляются в числе самых дорогих лотов у известных аукционов домов. Тому пример, недавние торги Philips в Нью-Йорке, на которых стол Event Горизонт был продан за 176 тысяч фунтов стерлингов. Я очень тебе советую посмотреть на его работы в собранной доске в Пинтересте, ссылку на которую я оставлю в описании. Его работы действительно меня очень сильно удивили, я с ним раньше был знаком, но и так подробно тему я не изучал. И меня очень удивило то, что в каждой работе это совершенно различные формы, очень интересные, яркие. Поэтому тебе горячо советую зайти и посмотреть. И в этот момент надо вспомнить, что у Марка Ньюсона нет академического образования. Поэтому кто хочет, тот всего добьется. И, конечно, хотелось бы поблагодарить Катю за логотип, который она для меня сделала. Ссылочку на ее инстаграм и работы я приложу в описании. С вами был Гриша, и это подкаст «Ракета в деле». И помни, твори ради людей, идей и мира. До скорого!